специальное предложение только сегодняшнего дня. Знаете, когда мы закрываем глаза и представляем свой идеальный гардероб, мы его не можем себе представить без базового жакета, стильного, элегантного, скрывающего особенности фигуры. И сегодня мы вам такой жакет хотим уже представить от бренда Мегаполис. Встречайте, жакет Гранада. Яркая инвестиция в ваш повседневный гардероб, потому что жакеты – это та самая вещь, которая будет вас выручать на протяжении целого дня. И с помощью жакета мы легким движением руки можем преобразить ваш образ. Посмотрите, я сейчас хочу предложить жакет в образ Ксении, и посмотрите, как по-другому уже заиграла блузка, как по-другому заиграла юбка. Мы всего лишь добавили жакет правильной формы. Он абсолютно прямой. Есть еще и подплечники. Сейчас, кстати, подплечники просто абсолютная модная тенденция. Но самое главное, что бренд Мегаполис еще и учитывает модные тенденции при производстве своих изделий. Подобные жакеты сейчас являются просто ультрамодным трендом. А самое главное, вам комфортно будет в этом жакете. Здесь 35% мягкой натуральной вискозы, а значит, даже в летний жаркий день вам в нем будет комфортно. И это самая выгодная покупка только одного дня. Давайте выберем ваш цвет. 6 цветов на выбор. Итак, у нас есть как яркие оттенки, так и пастельные тона. И ваш любимый черный, конечно, тоже есть. Ну, а если по порядку, смотрите. Розовый, кофейный, светло-кирпичный, черный, бежевый и голубой. Выбирай себе любой. Внимательно рассмотрели и заказали как можно скорее. Это капсульная партия. Это самая выгодная покупка только одного дня. Жакет Гранада от бренда Мегаполис. Сегодня со скидкой 44%. С учетом скидки цена 1999 рублей. И эта стоимость зафиксирована только на один день. На все размеры от 46 до 60. Вообще от бренда Мегаполис вещи пользуются колоссальной популярностью. Более 90 тысяч, да, заказов сделано за все время существования этого бренда на нашем телеканале. Бренд Мегаполис – один из любимых брендов наших телезрителей, потому что его выбирают стильные, смелые, уверенные в себе, а самое главное – ультрамодные женщины, которые всегда хотят быть в тренде и производить впечатление гиперстильной модницы на окружающих. Это и мой выбор, я тоже выбираю для себя такой жакет. Давай сейчас выберем размер для девочек, а потом покажем, как он на мне в жизни смотрится. Размеры на ряд у нас от 46 до 60. Здесь я советую вам выбирать размер в размер. Я честно могу сказать, я люблю, чтобы жакеты сидели слегка оверсайз. Точно. И для себя выбираю именно на размер больше. Так что здесь у вас есть два варианта, как выбрать размер. Ну что ж, давайте посмотрим, как я для себя подбирала жакеты, это тоже мой выбор. Сегодня мы говорим про выбор ведущих, экспертов. Выбираем все самое лучшее для вас. Давайте посмотрим. Стильный, комфортный и отлично завершает многослойный образ. Что еще можно сказать? Этот удобный и практичный предмет гардероба еще не скоро выйдет из моды. Жакет Гранада. Мой выбор на шоппинг-шоу. Вот я говорю, люблю элегантные вещи, которые можно носить и каждый день, и на работу будет уместно. И стиль здесь тоже заложен, и повседневность тоже. Знаешь, у меня есть один жакет, который я приобретала в Италии. Он идеально сидит по фигурке. Мне моей фигуре вообще сложно подобрать жакеты. Он хорошо сидит, но там такие вкрапления, как бусинки всякие, всякие стразинки, красные. То есть он такой не однотонный. И я понимаю, что я его ношу крайне редко, но раз в год в лучшем случае. Ну, потому что он, видишь, обладает множеством акцентных деталей. Италии очень тяжело адаптировать для повседневной жизни. В целом, жакет, который легко мы можем интегрировать сегодня в свои образы, он должен быть однотонным. Вот модные подиумы как раз нам диктуют эту тенденцию. Сейчас мы с вами переместимся на неделю моды и убедимся в том, что без жакета уже ни один бренд класса люкс не существует. Посмотрите, Кристиан Диор, Фенди, Живанши, Изабель Марант, Жак Мюс. Каждый люксовый бренд в своих коллекциях ежегодно представляет коллекцию именно брючной группы. Как правило, это и жакет, брюки или юбка. Жакет очень легко сочетать с платьем, с юбкой, с брюками, с джинсами. Это, по сути, та самая основа, тот самый фундамент, который за мгновение может преобразить абсолютно любой образ. От повседневного до вечернего. Отлично, друзья, это многогранное приобретение, которое вы будете носить чуть ли не каждый день. Вспомните, зимой мы надеваем на себя шубу, куртки, а летом жакет.
жакеты, но без них с утра невозможно. Когда еще прохладно, хочется на себя что-то накинуть. Особенно, когда будем собираться на работу, это сразу завершенный, стильный, многослойный образ. Знаете, жакет способен поженить даже сразу несколько вещей. Как-то гармонично сразу будет смотреться ансамбль. Это то, о чем вы мечтаете. Всего лишь за 1999 рублей. Цена действует только сегодня. Максимальная экономия 44%. Успейте. Слушай, вот знаешь, вот я уже сказала, да, что мне сложно подобрать по своей фигуре жакеты. У меня большая грудь. Очень часто пуговички просто там не сходятся, либо по плечам не садится жакет. Вот здесь как раз начнем именно с зоны декольте. Посмотрите, насколько глубокий здесь идет V-образный вырез. Это сделано для того, чтобы в области груди вам ничего как раз-таки не сборило. Иногда бывает так, что пиджак колом стоит в зоне декольте. Здесь видите, как все ровно. Застегивается на две пуговицы, яркая вертикаль, которая прорабатывает проблемную зону. Посмотрите, какой компактной и привлекательной смотрится фигура. Заслуга большая вискозы в том, что она струится, вырисовывая плавную линию талии, хотя пиджак абсолютно прямого кроя. Удобный рукав с точки зрения практичности. Не надо его подворачивать, он уже подвернут. Для того, чтобы было видно запястье и подчеркнуто ваша стройность. Вот, это наша палочка-выручалочка, это изумительная дистанционная покупка. Если вы раньше уже мечтали о жакете, но вы не могли по фигурке идеально сидящий жакет найти в ваших магазинах до 60-го размера, вы сегодня можете выбрать жакет, который будет идеально подчеркивать только достоинства и сидеть на вашей фигуре, как будто бы специально для вас шит. 1999 рублей, звоните. Так, смотрите, у нас вопрос. Многие телезрители оставляют их в соцсетях. Внимание на экран. Так, я слушаю. Не потеряет ли форму после стирки? Спрашивает у нас Людмила из Ростова-на-Дону. У нас не только после стирки, но и после ежедневных носок жакет не потеряет свой внешний вид, потому что здесь мягкая вискоза, которая превосходно держит и форму, и цвет, а также устойчива к многократным стиркам и воздействию прямого солнечного света. Главное, правильно ухаживайте с помощью деликатного режима стирки. Это главная покупка, только одного дня успеете заказать.